Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Штефан Андрей, я владелец медоварни «Традиции предков» и торговой марки «Мьёльнир». Мы производим разные напитки. Натуральные, крафтовые, вкусные, классные напитки. В предыдущем видео я вам рассказывал, как мы съездили в Москву на выставку «Продэкспо». Но мы работали не только там. После выставки «Продэкспо» мы поехали к одному нашему партнеру в их магазин, который называется «Беру выходной». Это оказался огроменный магазин, который продает крафтовые напитки со всего мира. Представляете, там больше 3000 сортов. И мы там делали презентацию нашего напитка, так как теперь в этом магазине можно купить также наши напитки. Здравствуйте, дорогие друзья. Прощения просим за ваши ожидания, но мы были сегодня на выставке «Продэкспо», и поэтому вот как могли, торопились к вам, ехали. Начнем? Прекрасно. Меня зовут Штефан Андрей, я владелец медоварни «Традиции предков» из города Курска. Я реконструктор, занимаюсь 15 лет реконструкцией. Ну и, собственно, начал варить медовуху в 2009 году. Вот, Виктория, моя ассистентка, сотрудница. Виталий, у кого нет стаканов? У всех есть? У кого нет, да? У кого нет стаканов, у нас есть стаканы. Можем наливать в наши стаканы. А сколько бутылок, чтобы мы понимали? Бутылок у нас, короче, мы взяли по 2 спайки сорта, 24 бутылки. Ну, у нас будет подальше, поэтому нужно будет... Ну, короче, если вас примерно 40 человек, то где-то по бутылке на двоих. Вот так вот расчет. С учетом того, что 5 сортов, это на каждого по 5 раз по полбутылки. Вдруг, кстати, если кому-то не понравится, может, это прям по полбокала не наливать, так по чуть-чуть понравилось, и такие, оп, допили. А то сейчас, может, выливать начнете. Мало ли. Это медовуха, которую мы начали варить с 2009 года. Это обычный цветочный мед. В составе сорта будет добавляться сок во все, кроме черного вепря. Но, к сожалению, сегодня его на презентации не будет. Вепрь делается у нас из гречишного меда и с добавлением карамелизированного сахара для того, чтобы придать немного... как вам сказать, сжженности вкуса. Он совершенно другой. А так, поцелуй Фрей, который вот у вас на столах представлен, с него все начинается. С него началась вся история в 2009 году, когда Андрей Ильич первый раз сварил его на фестивале. Я первый литр продал в 2009 году, в мае. Потом в 2012 году я открыл ресторан в Курске, был ресторан свой, потом я с ним проковырялся 5 лет. Получается, вот 3 года назад, вот как раз таки, когда я уже продавал ресторан, я начал работать со вкусвиллом и как-то ушел больше в производство, такой прям вот, больше объем. Мы не используем хмель, мы не используем солод, это не пиво, это просто, ну, медовуха. По старым советским ГОСТам продукт натурального брожения. Вот. Мы стараемся максимально раскрыть в данном случае вкус меда. И все сорта у нас сладкие. Я не люблю варить сухие сорта, потому что на рынке их очень много. Не люблю кисляки, их тоже сейчас очень много тенденций. Мы работаем с медом, мы занимаемся его переработкой во всех видах. То есть мы его разливаем по банкам, мы его разливаем в бутылки, мы его разливаем в безалкогольные напитки. И все у нас сладенькое. Ну, люблю я сладенькое. Вот так получилось. Это, кстати, наши 07 бутылки. Все сорта есть в таких же бутылках. Это все одно и то же, просто здесь чуть больше карбонизации, чем 07 бутылки. Это такой подарочный вариант. Вот, мы его на фестивалях там даем. Ну, в принципе, то же самое. Вот. Все осадки в бутылках – это пюре, которое выпадает в осадок. Ну, вот он. Вот смотрите, видите, налилось, получается, вот они как бы, ну, мы не сказали это. Да, да, да. У меня тоже так же был цвет, смотри, прям. Да, потому что в каждой бутылке пюре ягоды настоящие. То есть мы ее... Она там на днище, видимо, хранится. Ну, здесь и запах. Я забыл сказать все, простите меня, пожалуйста. Здесь и запах. Про то, что надо... На многих презентациях советовали на этикетке делать надпись. Распалтывать. Там есть эта надпись. Почему в буклетах одна этикетка, а это другая этикетка? Стоит про это сказать. Вопрос был, да. Помните, я в каждом видосике показывал вам нашу продукцию, и мы ее пробовали, смотрели, рассматривали этикеточку. И сейчас мы решили сделать для крафтовых баров специальную серию барных этикеток, которую мы назвали «Барная версия». У нас же все поэтично, все красиво, скандинавская мифология. И медовуха у нас вишневая называется, например, «Кровь валькирий». И мы решили это воплотить вот таким образом в нашей новой этикетке. Такие этикеточки вы не найдете в ритейлских магазинах. Такие этикеточки вы найдете только в барах, в крафтовых барах и специализированных магазинах, которые продают интересные напиточки. На этой этикеточке нарисована валькирия, например, ее кровь, и легенда, почему наша медовуха называется «Кровь валькирий». Яблочный сидр – это была наша первая этикеточка, она мне очень нравится. Давайте посмотрим на нее детально, что на этой этикетке есть. Тут главным образом
мы изобразили богиню. Как и на всех наших сортах, они все относятся к какому-то божеству скандинавской мифологии. Ну, так получилось, так как у нас торговая марка Мьёльнир. Варим как боги. Собственно, у нас на каждой этикетке расположен бог или богиня. Вот. В данном случае это богиня Идун, которая делала бессмертные молодильные яблочки. Как и во всех наших напитчиках, мы используем только натуральное сырье. Да, и сидр наш хорош. Мы используем яблоки прямого отжима и используем также восстановленные соки, импортные, польские, чтобы был стабильный вкус. Это обычный сидр полусладкий. То есть мне нравится просто чистый, сладкий вкус яблока. То есть поэтому он такой не прелый, не кислый, не горький. Это полусладкий яблочный сидр. Но он тоже натуральный. Медом туда не добавляли? Раньше добавляли, потом сказали нам в ФСРАР, что по ГОСТу там нет меда, вы туда не можете его добавлять. Мы такие, ну ладно, и перестали добавлять. Первый М5, Полина, а ну-ка. Полиночка, да. Ей с удовольствием, да. Спасибо вам. Если честно, первый раз мы участвовали в подобном формате мероприятий. Когда нас какой-то магазин, который специализируется на продаже каких-то большого количества интересных напитков, нас пригласил и попросил сделать дегустацию, рассказать про эти самые напитки. И туда прям пришли люди, которым интересно попробовать продегустировать какие-то новые штуки. Это был интересный опыт, мне в целом понравилось. Вы получаете прям фидбэк, прям вот он прям живую обратную связь от ваших же покупателей, которые прям, вы видите, что он соврать у него не получится, он попробует, скажет, ну да, вкусно, видите, показано, что ему не понравилось или понравилось. Вы видите реально живую обратную связь о том продукте, который вы делаете. То есть не предвзято, как оно есть. Я считаю, это полезный опыт как для магазинов, так и для производителей. Поэтому, если у вас есть такая возможность, конечно, делайте такие коллабы и работайте в этом направлении. Спасибо Артему, спасибо магазину «Беру выходной», спасибо ему большое, что он провел такую замечательную конференцию. У ребят, у которых мы были сейчас в гостях, это магазин «Беру выходной». Наверное, кстати, можно сказать, что это самый большой магазин крафтового пива в Москве. Есть даже собственный YouTube-канал, где они, в принципе, рассказывают все о напитках. Надо сказать, подача и информация там интересные. Если вам интересно крафтовое пиво и крафтовые напиточки, тоже заходите, подписывайтесь на их канал. Я надеюсь, кто-то с их канала к нам подпишется на канал. Вот, поэтому приятного просмотра. Вкуси Руси. Все. Спасибо вам. Спасибо.